47 миллионов рублей. Именно столько Министерство культуры Российской Федерации выделило на ремонт Чувашскому государственному театру юного зрителя имени Сеспеля в этом году. Государственную поддержку получили 18 регионов нашей страны. В Приволжском федеральном округе только наш ТЮЗ. 47 миллионов, естественно, хоть и капитальный ремонт этого здания. Здание у нас было не новое, уже 45 лет, а уже живет и работает это здание. Но нам нужно сейчас обновить все, вплоть до гардероба. Это получается и фойе, и в залах будет ремонт. Будет меняться облик здания, будет крыша меняться. Я думаю, что в этом году мы это освоим к декабрю месяца. Работы уже начались. В прошлом году театр отметил юбилей – 85 лет. Тогда же у ТЮЗа появилось свое здание – бывший столичный кинотеатр «Сеспель». В театре произошли значительные перемены. Появилась новая сцена, обновлены гримерные, для декораций, костюмов и прочего реквизита выделено отдельное помещение. Мы с воодушевлением работаем сейчас. Мы не знаем усталости. Мы приходим на работу как на праздник. Вот в таком состоянии в течение года мы ощущаем, что у нас в душе внутри вот какой-то праздник сейчас. Такое настроение. Хочется творить, работать, придумывать разные проекты.